В парке «Наташинские пруды» в день города состоялся турнир по боксу. Лучшие спортсмены из разных регионов приехали в Люберцы, чтобы сразиться за звание чемпиона. За боксерскими поединками наблюдали и мы. Артем Милкумян приехал из Ставрополья. Боксом увлекся 2 года назад, но на его счету уже десятки победных боев. Спортсмен научился хорошо держать удар и на люберецком ринге в своей весовой категории стал чемпионом. Очень скользко. Больше одних ударов не мог бить, потому что подсказывался. Каждый божий день тренируемся. У меня был план, мы его выполнили. Я не ожидал, что столько людей будет на самом деле. Прям мне понравилось, круто. Ни пасмурная погода, ни моросящий дождь, начавшийся перед стартом поединков, не испугали ни спортсменов, ни зрителей. Турнир собрал несколько сотен болельщиков. Если боксерские мероприятия в Люберцах, и я не на гастролях, то я всегда на этом мероприятии. Я сам все-таки победитель проекта «Король ринга». Бокс – это мой любимый вид спорта. С детства занимаюсь боксом. До сих пор боксирую в «Спартаке», и в «Орбите» мы там собираемся, тренируемся. Бокс – это часть моей жизни. И я очень рад. Вот 2-й год уже этот турнир здесь, в Наташинском парке, собирает много зрителей. Главным событием вечера стал поединок титулованных боксеров – москвича Ильи Рана и люберчанина Владислава Комарова, на счету которого более 100 победных раундов. Без этого никак, без боевого настроя. Бокс объединяет, как говорится, бокс за сильную Россию. Вот. И вот постарались, вот такое мероприятие сделали, день выберется. В финальном бою за чемпионский пояс Владислав Комаров одержал победу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.